Годом стратегий. Ни одна мышь была замучена геймерами, стремящимися успеть за стремительным потоком различного рода стратегий, обрушенных на их головы различными известными и не очень известными фирмами. Судя по всему, нынешний год будет годом игр в стиле 3D Action. Эта версия родилась не на пустом месте. Все доступнее становятся различные 3D-ускорители и мощные видеокарты, а стало быть и спрос на различного рода трехмерные побоища должен возрасти. Именно поэтому большинство фирм переключилось на производство трехмерных продуктов. Например, фирма Microprose, обессмертившая себя таким сериалом, как UFO, решила сделать по его мотивам трехмерную стрелялку с лихо закрученным сюжетом. В ее основу будет положен engine от Unreal. Не будем строить прогнозы на будущее, дай бог, чтобы не получилось. Еще одна новость. Наконец-то переведено на платформу продолжение знаменитого файтинга Mortal Kombat. Mortal Kombat 4. Видимо, решив не отставать от моды, авторы игры решили сделать его тоже трехмерным. Насколько хорошо это у них получилось, я вам сказать не могу, поскольку пока не имел чести лично ознакомиться с игрой. Однако очевидцы говорят, что качество так себе. Не гонятся за модой авторы игры Age of Empires. Они не собираются вносить никаких глобальных изменений в свое новое детище, просто улучшится графика, а также добавятся новые боевые единицы и возможности. Например, теперь придется штурмовать вражеские крепости с помощью приспособлений для этого подходящих. Кроме того, графика стала еще красивее. Сама игра пока еще не вышла, однако интернет уже завален всевозможными скриншотами и картинками из Age of Empires 2. Фирма Blizzard Entertainment отказалась от проекта Warcraft Adventures. Квеста по мотивам знаменитой стратегии мы с вами, дорогие геймеры, видимо, не увидим. В том же интернете тут же появился сайт в поддержку упомянутого проекта, где каждый может оставить свой голос, а также вариант просьбы не прекращать производство игры. Однако самих мастеров стратегий сей факт никоим образом не тронул. Проект закрыт окончательно и бесповоротно. А мы переходим к основной части нашей программы. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь, называется Dominion: Storm Over Gift 3, что можно перевести как «Преобладание» или «Бури в секторе Gift 3». Это случилось в недалеком будущем. В космосе на орбите одной из планет сектора Gift-3 был обнаружен некий артефакт, представляющий собой сокрушительное оружие. Естественно, встал вопрос, какая из четырех доминирующих наций будет владеть этим оружием. Расы сели за стол переговоров. Естественно, в процессе самих переговоров представители четырех цивилизаций окончательно переругались, и стало быть, не миновать войны. Итак, перед нами стратегия в реальном времени от фирмы Aidos Software Dominion: Буря в секторе Gift 3. На первый взгляд, игра ничем не отличается от своих собратьев по жанру. Однако, это лишь на первый взгляд. Как и положено в таких играх, вы можете выбрать одну из четырех сторон и довести ее до полной победы, сделать ее преобладающей. Совершать славные деяния во имя выбранной вами нации вы будете в течение 60 миссий. Выбор оружия просто царский. Всего игра насчитывает 44 техсредства. По крайней мере, так написано на коробке с компакт-дисками. Dominion имеет одну интересную отличительную черту. Стараясь максимально приблизить ее к реальности, если здесь вообще применимо данное выражение, авторы игры постарались избежать некоторых абсурдных моментов, которыми грешили многие стратегии прошлого. Если кто помнит, то, например, в той же Command & Conquer один автоматчик при должном упорстве мог расстрелять танк или вертолет. В Dominion подобной глупости не встречается. Более того, есть миссии, где подобная непробиваемость некоторых боевых единиц просто неизменима. В игре можно создавать подразделения, нумеруя их с клавиатуры. Это очень облегчает сам процесс истребления врага, нет нужды постоянно захватывать юниты в квадрат. Кроме того, вы можете дать войскам приказ рассеяться. Рассеянные, в хорошем смысле этого слова войска, гораздо труднее уничтожить. Также хотелось бы отметить великолепное звуковое и особенно музыкальное оформление игры. Для каждой расы подобраны отличные музыкальные темы. Мне посчастливилось заполучить английскую версию игры, по которой еще не прошлась безжалостная рука наших русификаторов и так называемых профессиональных актеров, которые благодаря своему талантливому озвучению делают слуховое восприятие игры просто невыносимым. Тем не менее, несмотря на всю прелесть, есть в игре моменты, которые могут слегка охладить страсть многих стратегов и осложнить их отношения с этой игрушкой. Таких моментов несколько, но они есть. Во-первых, некоторые боевые единицы настолько малы, что поймать их мышью с первого раза очень трудно. То же самое можно отнести и к меню производства. По некоторым кнопкам сходу попасть может только настоящий снайпер. Согласитесь, что в полусражении, когда вашим подразделениям необходимо срочное подкрепление, меньше всего хочется тратить драгоценное время на охоту за клавишами. Кроме того, как я успел заметить, расы различаются между собой только внешним видом. Все остальное, включая типы боевых единиц и технические характеристики, очень похожи. Так что, сыграв за одну из сторон, вы уже будете иметь представление об остальных трех. Кроме того, вашим войскам очень свойственно увлекаться погоней. Например, какой-нибудь залетный танк может увлечь целое войско за собой и навлечь его либо на минное поле, либо под обстрел более крупных сил противника. В целом, можно сказать, что игра Dominion сама по себе довольно неплохая, и тем, кто уже прошел StarCraft, стоит в нее поиграть. Однако многих может остановить ее размер. Игра размещена на 2 компакт-дисках, что, естественно, увеличило ее стоимость. Хотя, я думаю, настоящих любителей жанра это не остановит.